она поднимается. Она начинает... О, опустилась, видите как? Прежний хозяин мне любезно продал резину сам. Вызвался, зимняя резина. Не шипованная. В прекрасном состоянии. Я хотел, чтобы этот автомобиль был у меня без третьего ряда сидений. Так и вышло. Третьего ряда сидений нету. Ну, сиденье подогревается. Также он мне продал вот эти вот коврики. Вещь хорошая, потому что все было бы заляпано. Видите, как там заляпалось? Здесь нет. Разобрался я с аудиосистемой, видеосистемой. Для этого надо было иметь пульт. Я хотел, чтобы багажник был большой. Большой багажник был, чтобы он закрывался вдобавок. И он закрывается, потому что третий ряд сидений, ну, просто-напросто не нужен. Так, на кнопочку нажимаем. Все это закрывается. Кресла, конечно, очень удобные. Действительно, по анатомии сделаны анатомические спинки, там все это там такое. Но сидушка стала зауженной. И если у вас таз, как у меня, а то и пошире, 110 сантиметров, значит, вот эта вот штучка начинает немножечко вот так вот вам давить. А так в целом с таким тазом менее 110 сантиметров вы будете себя прекрасно на них чувствовать. И сейчас я включу массаж. То есть вещь очень хорошая. И с приобретением этих кресел практически машина стала новой. Кроме чтоб катали. Естественно, мне нравится люк. Большой люк. Так, что мне не нравится? Мне не нравится, и вы уже можете заметить, вот здесь динамик. Ногами я цепляю. В ЛСе 430-м этого нет. Кстати, пластик, видите какой? Вот такие вот движения. Рукой, когтями корябает. Поэтому будьте осторожны с этим. Так, тут регулировки, прочее. Значит, открывается багажник. Не просто надо надавить, а надо надавить и подержать. Вот смотрите, я надавил, подержал. Сигнал произошел. Крышка багажника поднимается. То есть в некоторых обзорах нажимали на эту кнопочку, а ничего не происходило. Слишком быстро нажимали, надо подержать. И отсюда же она закрывается. Также нажали. Произошел сигнал, и багажничек у нас закрылся и притянулся. Все. Благодарен прежнему хозяину, что он мне вот эти вот штучки продал. Кстати, слышно тут, как работает? А, вот здесь вот она где-то работает. Вот это вот она и есть. Массаж на кресле водителя, массаж на кресле пассажира. Хотел бы я, конечно, салон белый, но так как тут окна не затонированы,
я и не хочу тонировать. Получилось много света в машине. Далее мне хозяин прежний по дешевке просто-напросто скинул фирменный крюк. Как-нибудь воспользуюсь этим крюком. Здесь, если люди ездят, остаются их следы. Здесь уже умудрились натереть. А, это свет так блестит, да? Свет блестит. Вот тут ничего особо нету. Видите, навью. Сзади я особо не езжу. Вперед-назад. Подогревается и продувается. Различные настройки.